Если вам, ну, допустим, мы сейчас так сделаем, да, обычно, сейчас сделаем тест просто. Тест. Создали вот эти ячейки, заполнили, остальные, например, не стали сделать. Дальше. Хотите выбрать животное? Соответственно, просто сюда выбираете, здесь либо собаки, кошки, если, допустим, это лошадь, лошадь, либо какие-то маленькие, например, животные. А медведи? На медведи... Судя по всему, это лошадь. Полисетов нет. Ну, тут можно, наверное, лошадь использовать. Ну, не знаю, если сделаете фотографию, мы потом своим коллегам из Китая отправим, они сделают полисет медведей. Почему нет? Потому что им нужны исходные данные, они не настолько как бы могут все проверить. Допустим, вы хотите выбрать животное. Не знаю, допустим, это будет кот. Выбираете само животное и его часть тела, которую хотите сфотографировать. Дальше. Когда вы часть тела выбрали, здесь появился список проекций, доступных для этой части тела. И тут у вас маленькая подсказка, как вам нужно расположить животное, чтобы ту или иную проекцию получить. Допустим, вот так. Далее. И, соответственно, все снимки под этими проекциями будут показаны, что это именно вот таким образом сфотографировано. По факту привязано. Сейчас я...